предание гласит: «Тот, кто в защите меча, и есть король над всей землей английской». Правитель избран, но что за сомнение гложет его сердце? Провидение указало на нового короля. Однако я читаю неуверенность в ваших глазах, ваше величество. Я была рождена, чтобы стать частью твоего плана, чтобы быть идеальным королем. Но... Вы думаете, что недостаточно сильны, чтобы нести эту ношу? Что ж, я здесь, чтобы разрушить ваши сомнения, ваши последние испытания. Убить меня! Истинный король не будет колебаться, если на кону стоит судьба его народа. Даже чудеса имеют свою цену. Многие будут ненавидеть вас. Ваша смерть будет ужасной. Боль, безысходность, безумие, предательство. Все это будет преследовать вас. Нет, ты дерись со мной на равных. Вы смогли противостоять моей магии? Хорошо. Я никогда не была лучшим воином, лучшим стратегом. Но столкнувшись с поражением, я поднималась вновь и вновь. Я старалась изо всех сил, чтобы быть достойным королем для своего народа. Верно, ваше величество. Докажите же мне и всем, что вы достаточно сильны. Ну же, убейте меня и докажите всем, что вы истинный король. Нет. Я не могу убить тебя. В твоей смерти нет необходимости. Если путь бессмысленных убийств – это путь правителя, о котором ты говоришь, я не желаю следовать ему. Ладно, ладно. Я сдаюсь. Вы готовы, ваше величество? Отказавшись убивать без причины, вы поняли, что истинная сила не в мече, а в сердце. Вы выбрали путь мудрого и милосердного короля. Короля, в котором народ Англии нуждается больше всего. Примите же бремя королевской власти и правьте мудро, не отступая от своих идеалов. Поднимитесь, король Артур. Я приведу народ Англии к великому будущему.